Всем привет, и с вами новый выпуск «Проверки реальности». И пусть мои бицепсы достаточно большие, и хоть я могу говорить с дурацким шотландским акцентом, я не ваш постоянный ведущий Кэмерон Робинсон. Он пробубнил что-то о поездке в Барселону, а затем пулей вылетел из офиса и оставил на меня все шоу. К сожалению, Кэм не заплатил мне 970 миллионов долларов за доставленные мне неудобства, так что, по-видимому, у него нет сейчас таких денег. Но я знаю, у кого есть. У интернет-магазина Amazon. Его владельцы купили стрим-сервис Twitch за огромную сумму. Что натолкнуло меня на мысль, почему Twitch держится на плаву? Почему нам нравится смотреть на то, как играют другие люди? Каждый месяц 55 тысяч человек заходят на Twitch и смотрят, как другие люди со всего света играют в видеоигры. Стрим любой игры от StarCraft'а до Hearthstone'а и League of Legends может потенциально привлечь тысячи зрителей. Но с какой стати кому-либо в здравом уме смотреть то, как кто-то другой играет вместо того, чтобы, ну не знаю, поиграть самому? Это то же самое, что спросить у человека, почему он смотрит футбол. К счастью, один любопытный психолог изучил этот вопрос и создал мотивационную шкалу для просмотра спорта, где он выделил ключевые факторы, влияющие на поведение тех, кто смотрит какой-либо спорт. Зрителя привлекают такие вещи, как напряженность матча, эстетика и чувство удовлетворения, когда ваша команда выигрывает. Кроме того, человеческие факторы тоже имеют место. Культуролог-антрополог Йохан Хойзинг привел для сравнения гладиаторские бои в Древнем Риме. Хоть физическое участие в них принимала лишь небольшая группа людей, толпа пребывала в экстазе от просмотра боев. Так же, как и я, когда смотрю, как люди играют в Rise of Rome. Шучу, конечно. Но в любом случае, они выступают как гладиаторы, бьющиеся вместо зрителей. Исследователи Ченг и Хуан выделили 9 архетипов людей, которые смотрят, как играют в игры. Я не буду разъяснять каждый из них, но немного поговорю о тех людях, которые смотрят стримы наиболее регулярно. Давайте начнем с вдохновленных. Им нравится сама игра, и стрим побуждает их самих начать в нее играть. То есть, по сути, это так же, как если бы вы ждали игру, но перед тем, как самому начать играть в нее, решили бы посмотреть стрим по ней. Эти люди также используют стримы как личного мистера Мияги и обучаются с их помощью. Вспомните, например, профессиональных игроков в League of Legends. Они часто стримят свои ранговые игры по League of Legends на Твиче и рассказывают все о своей тактике. Есть еще и стримеры вроде Day9, которые проходят игры и дают зрителям советы по их прохождению. Благодаря наличию чата, зрителям удобно общаться со стримером и задавать вопросы. При просмотре, например, Уимблдона или традиционного вида спорта такого нет. Согласно мотивационной шкале, потенциальным зрителям нравится напряженность игры и возможность абстрагироваться от реального мира. И именно это и привлекает другой тип зрителей, развлекающихся. Они смотрят стримы, чтобы ощутить напряжение, эмоции, чтобы прочувствовать игру. Более 32 миллионов человек посмотрело финал чемпионата мира по Лиге Легенд. И вот такие масштабные события как раз обычно привлекают развлекающихся. Вы не один из них? Ну, вон тот чувак только что сделал пентакилл, ну и что? Да, я не один из них. И, наконец, объединим обе эти группы воедино. Комментатор и толпа. Они смотрят стримы ради ощущения единства с комьюнити. Комментатор является скорее ведущим, который одновременно смотрит и исполняет свою роль. Эти ребята рассказывают о происходящем и таким образом влияют на ощущения от просмотра через свои комментарии. А теперь о толпе. Будучи заинтересованными в социальном аспекте просмотра игры, эти ребята смотрят стримы в группе, а затем обсуждают их между собой. Думаю, аналогом Твича можно назвать народ, который часто сидит на форумах. В любом случае, в плане социального взаимодействия это ощутимо отличается от обычного просмотра игры. Однако стримы не всегда связаны с киберспортом. Множество обычных игроков с удовольствием стримят то, как они играют и делятся своими впечатлениями. Но почему нам нравится делиться? Что же это восходит к тому, как вы себя представляете? К идеальному образу себя, который можно легко контролировать и продемонстрировать всему миру благодаря социальным сетям. И когда речь идет о видеоиграх, этот идеальный вы проявляет себя куда чаще, чем вы можете представить. Например, в списках лидеров. Разве возглавить длиннющий список из имен и чисел — это не лучший способ показать всему миру, какие мы молодцы? Что же такого в этих списках лидеров, что заставляет нас постоянно проверять результаты и стремиться к лучшему? Что ж, мы социальные существа.
Со времен, когда мы сидели на деревьях, и до нынешнего момента мы всегда любили быть частью группы. В 50-х годах Леон Фестингер разработал теорию социального сравнения, согласно которой каждый человек обладает врожденным стремлением оценивать себя. Но мы не совсем в курсе, как это сделать. Так что мы сравниваем себя с окружающими для того, чтобы дать себе оценку. Но мы становимся несколько необъективными, когда речь заходит о том, с кем мы себя сравниваем. Если мы сравним свой скилл в игре со скиллом кого-то, у кого он намного больше, то нашей самооценке не поздоровится. Именно поэтому списки лидеров оказывают куда большее влияние, если вы играете с теми, кто играет так же. Например, с друзьями. Вот почему списки лидеров только для друзей, командные испытания в Host Rider и все в таком роде так сильно действуют на нас. Если наш друг может это сделать, то и мы можем это сделать, потому что, как мы думаем, у нас одинаковый скилл, и мы так считаем, потому что мы похожи в других аспектах. Итак, именно поэтому мы так боремся за места в списках лидеров. Но почему мы постим об играх в социальных сетях? Что ж, вы только посмотрите, насколько популярны игры на Фейсбуке вроде Farmville и Mafia Wars. Хоть и затягивающий геймплей этих игр уже не раз изучали, когда дело коснулось того, почему люди в них играют, потребовалось провести дополнительные исследования. Да, те, кто просит, подари мне, пожалуйста, дополнительную жизнь и полей мои посевы, пока я буду на каникулах, крайне раздражают тех, кто в этом не участвует. Так почему же эти люди постят у себя об этих играх? Если забыть про внутриигровые награды, то по результатам исследования, проведенного сотрудниками Мичиганского университета, люди используют эти игры в социальных сетях не для того, чтобы заводить новые знакомства, а для того, чтобы поддерживать и укреплять те отношения, которые у них уже имеются. Использование таких игр в качестве темы для разговора позволяет создать абсолютно безопасную и благодатную почву для развития отношений. И в результате участники общения могут успешно пожать плоды... Стоп, что-то я совсем погрузилась в атмосферу Фармвилля. Ну, вы меня поняли. Итак, на этом все. Почему вам нравится делиться чем-то с другими? Пишите в комментарии под видео. У нас сейчас какой-то переизбыток Твича. Когда мы были на Gamescom'е, Кэм заглянул на LCS, чтобы спросить у профессиональных игроков в Лигу Легенд о том, повлияла ли игра на глазах у тысячах зрителей или стримы на миллионную публику на то, как они играют. Не забудьте посмотреть на следующей неделе на то, как загоревший Кэм будет говорить об этом. Вы можете связаться со мной через Twitter. Пишите Люси Джеймс Геймс. Спасибо за просмотр, друзья! Увидимся! Переведено и озвучено командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.